Здорово, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать обратно в Инсайд. Пацан, ты готов? Рош! Лети! Это чё? Дверка, понятно. Ринулись! Давай! Еще и на продольный шпагат. Скоростная растяжка, только от Инсайд. Сейчас мы это сделаем, вообще изи. Опачки! Пацан! Как ты не долетел, ты издеваешься? Малолетняя морда. Давай, пора. Вообще четко, просто. Номер 3. Пацан, не сутулься. Опять вода. Тупик? Ну-ка, ныряй. Можно проплыть, это хорошо. Только не потони. Давай, вылезай. Лезь. Что у нас здесь? Аквариум. И две эти штуки. Великолепно. Реще. Ну же. Теперь понятно. Мать-перемать. У тебя еще и щупальца есть? Дрянная девка. Или не девка? Дайте посмотреть поближе. Пацан так прикольно руки положил. Ну дайте ж посмотреть. Хорош. Мы готовы. Подлетай. Есть. Великолепно. Ты еще там? Вроде там. Я иду. Уинк. Дергай. Умница. Хотя бы свет есть. Дырка к девочке? Не хочу, не надо. Вы серьезно, что ли? Ладно, пацан. Здрасте. Она живая. Она живая. Эта штука живая. Или нет? Эй. Я же тону, боже. Я тону. Братка. Вроде живы. Поплыли. Пацан, поднажми. Она живая, сука, она живая. Нет, канатик. Что-нибудь дайте. Кыш. Зачем она столько притворялась? А куда деваться? Канаты, потолок, некуда лезть. Ты там, нет? Подруга. Сука, за ноги хватают, насилуют прям в море. Вот сучка. Бедный пацан, а. Уважаемая. Я просто поплыву, да? Вы не против? Я понял. У нас хват бесконечный. Не то что в жизни. Можно подумать. Подумать о жизни. Мы прямо маним ее. Пацан. Ой, пацан, плыви. Ой, плыви. Хорош. Все, сидим. Спасибо тому, кто эти веревки оставил. Если бы не ты, братка, давай лезь, не начинай. Что же это за подводная шаболда? Давай, пацан. На разгончик. Хорош. Дверка. Ой, дверка, выручай. Почти. Давай, касатик. Живы. Она не вылезает, смотри-ка. Слабожопая тварина. Побежали. Поплыли, неважно. Она все не отстает, ты посмотри. Чего ж тебе, сука, надо? Их две? А это отражение было, боже. Господи. Кнопуля. Обожаю кнопуля. Которые неизвестно, что делают. Нажимай. О, как удобненько. Ты там, нет? Слышь, морда. Эй, уважаемая. Ну ладно. Сиди и плачь там под водой. В чем прикол? Мы вернулись, нет. Эй, ням-ням-ням. Мы здесь. Ой-ой-ой-ой, тихо. Понятно. А можно просто уплыть? Походу нельзя. Давай сюда, на эту сторону. Мразота. Что же с тобой делать, а? Прыгай, братка. Мы успеем. Ой, мы не успеем. Ой, сожрут. Ай, насилуют. Как ее обмануть? Она умнее рыбы. Что же делать? Ой, ноги. Приманим ее. Ням-ням-ням. Мы здесь. Спокойно. Время. Кувырочки здесь. Пацан. Пацан, спеши. Нажимай. Ой, боже, дверь-то не там.
Фух, успели. Выплывай. Братка, только не тони. Не самое лучшее время для этого. Как здесь водянисто и роскошно. Божечки, тихо. Сможем ли мы приманить ее? Сможем ли мы победить ее? Узнаем это через месяц. В новой серии. Ты на качелях не катался никогда. Активней. Молодец. Ой-ой-ой. Тихо. Еще все и устояло, на удивление. Хранилище? Или нет? Давай, хватайся. Какой ты сильный. Тихо. Здорово, подруга. А мы о тебе думали? Представляешь? По ночам. Жуткое место какое-то. Можно и в гости позвать? Давай, заходи. Или нужно слезть сначала? Логично. А то пацан стал сверху и тянет. Дебильный, что с него взять? Мало еще. Не то, что я матерый. Буль-буль. Опять. Это что? Понятно. Ой, все плохо. Как она ускорилась, ты посмотри. Подруга. Ой-ой-ой-ой-ой. Божечки. Пацан. Ой, пацан, ой, пацан, давай лезь. Теперь заманиваем ее сюда. Слышь, уважаемая, ты где? Госпожа. Охереть ты быстро, слушай, а? Повторяем старые действия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Не успеешь, не лезь. Тоже мне. Какая гадкая бабища подводная. Буль-буль-буль. Хорош. И снова свет. И великолепная цепь. Которая трется о нашу промежность. О боже, только не это, пацан. Пацан, сопротивляйся. Я тебя прошу. Ну ты что делаешь, дрянь? Пацан. Что делать, а? Это, видимо, конец. Утонули. Мразь. Ненавижу тебя. Мы так и будем плыть? Мы что-то взяли? Что это? Нас рыбы съедят. Только не это. Помогите, рыбы. По-братски. Только не говорите, что это конец. Подводная станция? Рыбы. Ну помогите же, боже, чё вы такие глупые? Пацан. А чё это справа такое? Сосущее. Нихера, мы живы. Но мы тонем. Боже, рыбы, пошли вон. Как мы так дышим? Мы стали как она? Такой же мразью? А где наши роскошные волосы? Длинные, красивые. Где мои три щупальца? Мы же не роскошные. Мы просто обычные остались. Хотя бы дали бы длинную шевелюру. Я расстроен. Там живой кто-то. Что это шумит? Какая-то машина или... Опа-на. Понятно. Базара нет. Вот это уже нехорошо. Тихо. Чё за куски? Уберите. Давай, пацан, поднажми. Божечки, на части. Аж кишки вылезли. Рукоятка? Как удобненько, ух ты. Я готов, давайте. Уи-и-и-и. Ой, куски летят. Тише. Пацан, плывем, плывем, плывем. Мало времени. Тихо. О, боже мой, это люк. Это люк. Можно я залезу? Спасибо. Удачного дня. Ошалеть. Суша, родимая суша. Как я счастлив. Охереть. Нет, спасибо. Можно мою руку отпустить, пожалуйста? Хорош, край. Ныкайся. Надо еще ниже. Аккуратно, давай. Выполнено. Спокойно, не спешим. Ныкаемся и ждем. Полезли? Есть. Есть. Мы живы. И где мы? Непонятно где. Прикольный был подводный забег. Пока на этом все. Большое вам спасибо за просмотр и увидимся!